Самое главное, чтобы люди, офицеры и солдаты поняли, что их обманули, и они ведут захватническую войну против Украины, против народа Украины. Когда они прозреют, когда они поймут, что их обманули, их толкнули на братоубийственную войну, убивать мирных жителей, детей, захватывать территории. В 21 веке это будет хорошим таким сигналом и возможной остановкой войны. Это с одной стороны. С другой стороны, когда все мировое сообщество, Европа, поймет, что сегодня развязали войну не только против Украины, сегодня развязали войну в России против цивилизованного мира всего, против того порядка мирового, тех правовых норм, межгосударственных норм. Это все сегодня перечеркнуто, и на себя Россия взяла такие полномочия, решала, каком устроем, как жить странам, как жить в частности Украине, размахивая своим оружием, в том числе атомным, на весь мир и говоря, что если будет не по-нашему, значит, мира без нас существовать не будет.